Привет всем, как видите, еще очень рано, даже магазины вон все закрыты. Вот, поеду сейчас в Лидл купить там лимонады купить. Вот, сегодня же едем к друзьям. Что там, а порошок у меня нету, дофига, короче, чё нету. Магазин еще закрыт, потому что даже нет 10. Вот, и потом потихонечку будем собираться и ехать. Такая жара. Я этой ночью чуть не умерла. Ночью. Это первая ночь на все лето, что мне было жарко. Так что пойду покупать. Мы вот тут вот все в этом. А я поснимать немножко. Наташка у меня все спрашивает. Приехали, они приехали. Вот, приехали. Марко! Да. Марко! Вот тут играются все в какая-то игра непонятная. Типа салки, игралки. Марко! Там вот у нас сидят, еду готовят. Позируют. Вот такие вот дела у нас. Бывай, Испания! И бывай, Рей. Claro. Так что вот так мы проводим время. Сейчас пойдем кушать и все дела. Вот тут мы находимся. Такая красота. Адаптаем, что же объелись, наверное. И этот, как его, инжир. На, Влад, обалдеть. Вот, видите, тут спелых дофига, а вот они весь доспелые. Си. Что, мыть надо? Не, хватит тебе. Дай чистик эту кисть. Си, ай мутю. И они говорят, очень сладкие. И Акимира, он... Вот который лопнутый, да? Шашондела антигуа. Да. Они говорят, стар. Варенье делать. Dice, ¿por qué no recoges para hacer mermelada? No, no, cae. No merece. Видишь, смотри, сколько дофига. Вон, хочешь, собери домой, потом подвезешь немножко. Они дорогие. Они полезные, их надо только есть сразу, они не лежат. Не, нифига не лежат. Тем более, потому что вот это я, эти апельсины. Обалденно. Апельсин ничего не... Не, этот все зеленый. Нет, которые вот эти синие, их можно уже есть. Вот, видишь, синие вот эти. Ну, так вот именно, он же, небось, у них там тоже такие есть. Я не знаю, у вас есть такие? Да. Так он в Ташкенте, все они крупные. А это да, у него что-то мелкие, а вообще они крупные. Но это, наверное, знаешь, такие, как декоратические. Обалдеть. Мы что-то магазин не видели, чтобы... Есть, продают. А это вот что? На ком это такое? Что это? Персик, похож, нет? Стоп. Не знаю, листок, что это такое. Листок черешни такой же. Такие они добрые. Черешни уже про... Кто добрые? Где гранат? А, да, вот гранат. У нас у деда постоянно куски большие. Какой? А, вот это? Вот гранат. А там, она ездит, папа, да, там дерево, знаешь, какое. Дерево. Это еще маленькие вот гранаты. Ну, они еще не спали. Обалдеть, как посмотреть. А ты что, ни разу не видел? Ну, в принципе, я тоже никогда не видел. Смотри, какое дерево, Люк, слева. А вот тоже. Влад, под ноги смотри. А, какашки. Да, уже. К деньгам. Ой, смотрите, Влад, пощелкай. Меня пощелкай. А смотри, там какое-то гнездо. Ага, Влад, щелкни меня. Гнездо какое-то. Обалдеть, смотри, прям поближе. Поближе, гранаты. Да не бойся, а вот прям такие большие. Они уже высохшие какашки-то. Я обрежу хуже. Фотошоп, фотошоп. Оставлю, да, только лицо. Ива, пожалуйста, откуда она здесь могла взяться? Российская. Ой, ничего. У нас обычно ива где-то там на водоемах. Ивушки вы. А яблоки, посмотри, какие черные. Ого, вот яблоки я здесь вижу первый раз. Яблоки я здесь никогда не видела. Прикол. Я первый раз, сколько я разбываю, и первый раз вижу. А вот этот лаврушка. Лаврушка? Угу.
Они хоть ее используют как надо? Лаврушку, конечно, ты что? Угу. Тут лаврушка, вот тут специи очень хорошо идут. Яблоки, я первый раз вижу яблоки. Они пациент падают, они их не собирают. Я бы из них компост варила. Даже червивые. Желтые вон, да, сейчас. Яблоко, я, видите, здесь растут яблоки. Да. Ух ты, смотри. М-м-м. Вкусное какое. Хоть и червивое. Давай, смотри, вот это вот, смотри, как-то прям целое. Я, кстати, компот каждый день варю. Да, компот очень полезен. Да. Без сахара. Лервалась. Даже кто-то скушает. Птицы. Че, Полина решила с ними поиграть. А, играет Полинка, да? Ну, она хочет, чтобы я сказала им, что они хотят с ними поиграть. Сейчас, а, ну иди, хочешь? Покоя. Они сами загрузятся. Полинка, будешь? Финики, финики. Финики нет, как это называется? Инжир. Инжир собирает. А вот тут у нас паэлья. Смотрите. Какая маленькая кастрюлька. Хасита, эчо, ну? Сангрия. Вчера я все фрукты резала. Thank you.
van a cansar del agua, yo no me cansaré tampoco. Eso, con la edad que tienen. Мы все еще здесь купаемся. Сейчас уже домой поедем. Это ребятишки тут. Привет. Все, спряталась. Полинка спряталась. Вон она. Сейчас вынырнуть должна. Вот так вот. Наверное, города у меня вся обгорела лица. Ой, так что все устали, накупались. Уже так прохладненько. Эти все дерутся из-за вот этого арбуза. Вот так у нас день прошел. Замечательно. Завтра на работу, как на праздник. И все дела. Тут, кстати, две собаки большие такие бегают. Сейчас посмотрим. Наверное, где-нибудь уже в тенечке сидят. Нет, не видно. Так что будем собираться потихонечку. Мы уже дома. Эти меня тут все встретили. Дерутся за место под хозяйкой. Чарли, это не се асе. Но. Всем надо дружить. Otra vez. Такая жара, я тут себе немножко окошко приоткрыла, сижу уже там монтирую, вернее уже почти все смонтировала и вспомнила, что забыла попрощаться с вами. Вот, так хорошо день провели, не знаю, мне такое ощущение, что у меня все лицо сгорело, то ли это от воды вот это вот, которая от бассейна, то ли что, короче, не знаю. Жара такая, что я уже... Я там, перед тем, как приехать, наверное, в душ сходила два раза. Сюда домой приехала, в душ два раза сходила. Вообще. Ну вот немножко дует ветерок с окошка. Хорошо. Ой, так что вот такие дела. Вот так вот мы повеселились сегодня. На завтра у нас отдых. Ну, вернее, у кого отдых, у кого работа. На послезавтра у нас тоже кое-какие планы есть уже. Вот. Так что будем развлекаться, проводить лето хорошо. Вот, я там компотик себе пью, уже вернее выпила целую баклажку. Уже ничего нет, надо еще налить. Вот, кстати, яблоки-то какие мы увидели, вкусные какие. Из них компот такой был офигенный. И инжира там столько попадало, тоже бы из него компот, наверное, был бы офигенный. Хотя я пробовала из инжира варить варенье, оно получилось никакое. И девчонки мне сказали, что там нужно какой-то еще знать, то есть как его варить. А я просто с сахаром, ну как обычно варенье варят, и оно вообще никакое, оно вкус у него абсолютно никакого не было. А там как-то его надо особенно делать, ну я не знаю. Мне помню, года три назад кто-то приносил прям много инжира. Я, чтобы его не выбрасывать, думаю, варенье сделаю. Такое фигня получилась. Правда, фигня. Вообще невкусно, безвкусно, вообще никакого вкуса. Я его так то ли отдала кому-то, то ли я уже не помню, что я с ним сделала. Но, в общем, уметь надо готовить и варенье из него. Так что вот такие дела. Будем мы отдыхать. Я так устала. И вот бассейн прям выматывает так, я не знаю. Купаешься, и потом прям вся такая... как размазня. Ой, вот такие дела. Так что все, друзья, давайте будем с вами прощаться до завтра. Завтра обычный рабочий день, а может быть и нет, никто не знает. Сегодня, как говорится, непонятно, что будет завтра. Так что все до завтра, всего хорошего. Всем люблю, всех целую. Пока-пока.